полез купаться. Полез, красавец. Ой, орёт, наверное, речек идет, что ли. Так кричит кот какой-то. Как их теперь спасать, не знаю. Представляете, залезли все в яму. Как вот с ними быть? Вообще, ну с ума сведут. Ой, ну-ка. Не знаю. Тега. Тега, ну идите сюда, иди. Давай, пошел ты. Я не слезу больше сюда. Тега. Ужас какой-то, ужас. Эти теги. Откуда помчались? Ой. Ну, давайте. Выползайте. Тега. Вот те что делают. Залезли в это болото страшное, которое еще глинистое все. Ой, Господи. Как вызволять, вообще не понимаю. Вот засранцы же, а. Плавают себе. Ну, я воду включила, конечно, чтобы побольше было. Вы же замерзнете уже. Там же жрать нечего. О чем думаете? Непонятно. Мне вообще непонятно. Ну что, мой хороший? Скучно, да? Скучно вам? Вы вдвоем, а остальные где архаровцы? А? И остальные-то. Пойдем искать. Их искать долго не надо, я, конечно, знаю, где они есть. Вытащить я их одна не могу, а то ли в городе. Вот они плавают. Вот они бегут, ведь им охота уже выходить. А как выйти, не знают. Ну, идите как-нибудь, думайте. Вот, давай. О, молодец. Один молодец. Ну-ка, еще один. Идите, тега. Никак. Следующий. Оп, никак. Следующий. Ну. Давай, выходи. Тега. Травку взяли жрать. Ну, они голодные же, конечно. О, тега.
Тега. Ой, пока сейчас траву не нажрутся, господи. Пойду еще один кирпичик возьму. Куда тот-то убежал? Сейчас еще в дырку убежит. А, вон он. Смотри. Все пошли. Ну. Давайте. Ору. Сейчас я еще кирпичи принесу. О, видели? Тега. Ну как хотите. Так, тех надо угнать. Вот они по полю, видите, что делают. Сейчас я их буду гнать. Ну что, прибежали сюда, в водичку залезли. Там мало было. Там было мало вам. Сидят теперь спокойно. Я целый день за ними ношусь сегодня. Вот целый день, вот уже после обеденное время, и они такие становятся, ну, чрезмерно активные. Ой. Так и бегаем, занимаемся физкультурой. Ну, еще недели 2-3 так. Там более спокойно будет. А то вот эти щели всякие. Все это боимся, что убегут. То там дырка откроется для них. Прям как будто специально все. Мои вы ненаглядные, а? Да чего ж вы хороши, когда вот так спокойно сидите, а? Таришка поехал работать. Ой, какие ж вы умнички, когда сидите. Спят, устали в этом болоте, в этой яме сидеть. Ну, хотя я что поняла. Те, кто побольше, они уже выпрыгивают оттуда. Тогда сразу, может быть, яму полностью и не надо водой заливать. Ну, еще посмотрим, конечно. А там же глина, и я воды набираю. И вот я туда спустилась, в эту яму. Там так опасно, подскользнешься и упадешь. Вот такие вы непоседы. Спят. Устали там бегать по яме, по этой. Ну ладно, отдыхайте. 5 штук еще там остались, купаются. Замерзли, мои хорошие.
Насиделись в болоте в своем. Сегодня они научились купаться. Сидели часа два в болоте холодное. А, как шустро раз. А, кораблики качаются на волнах. Скоро будут хорошенькие такие, знаете, красивые. То ли доски пилят. Уселись около поилки. Ну что такое? Вот один пискля. В любом случае пищит. Как будто в тайге там потерялся, заблудился. Вон идут остальные смирненько. По траве бродят. Как в джунглях. Но раскричался. Чего раскричался-то? Thank you.
ты отправился-то? Напрямую, прям к воротам. Ага. Молодец. А вот хрен скоро зацветет у нас здесь. Белыми цветочками, красивыми. Вот такие у меня цветы в огороде. Хрен. Хреновые. Что-то разговаривают, вот прям журчат. Представляете, ведь вот они же что-то понимают на своем языке там. А мы, как иностранцы, ничего не понимаем, что они там говорят. Скажите, мы такие, да, ребята? Вот я, видишь, положила там палку. Он там был. Я когда его увидела, думаю, ничего себе, уже успели. Когда вот они тут у меня бегали целый день. А вот эти вот уже городушки надо будет убрать. Но. Вот и крапива пошла в ход. Я говорю, крапива в ход пошла. А дуванчиков уже нету, ничего нету в огороде. Сейчас крапиву доедят. А потом... Ну, пока поставь, ну хоть что-то поставь. Потому что спасать... А там где-нибудь подприбить маленько или что, чтобы не упало-то? Или привязать, или чем-то. Там-то они пока не залезут с той стороны. Но это тоже недолго. Ну, это все. Не, ну чем-нибудь, ветер же, что-нибудь повалится на них. Если он там привязать проволочкой хоть. От всех надо спасать, Господи. Одни покушения. А вот с этой стороны она привязана же. А я не знаю. Короткую я не видела. Вот так. Ой, не знаю. Слушай, давай вот на эту поставим, на нижнюю. Поднимем и поставим повыше. Получится так, нет? Вот так вот. Вот. Вот так, так они точно не залезут. И там привязать. Сейчас, понизу, я проволоку лежу.